Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил компанию по производству сырья для хлебопекарной и кондитерской промышленности. Цель визита – ознакомиться с работой предприятия в условиях санкционного режима и понять, как оно справляется с новыми вызовами. Каждый день в этих стенах перерабатывают натуральные ингредиенты высокого качества. Здесь производят улучшители, закваски, солодовые продукты, хлебопекарные и кондитерские смеси, а также кремы, начинки и стабилизаторы взбитых сливок. Каждая партия поступающего сырья и готовая продукция проходит тщательный контроль. Мы производим более 2000 тонн продукции в год. Каждый год мы увеличиваем, расширяем ассортимент и находимся постоянно в развитии. Ковидные ограничения и санкционный режим не помеха. И во время пандемии сейчас компания продолжает работу и не останавливается ни на день. Руководству предприятия удалось решить вопросы, связанные с логистикой и поставкой импортного сырья. Доля ингредиентов, завозимых из-за рубежа, составляет 10%. Компания, она крайне востребована на российском рынке. Она на российском рынке сегодня одна из лидеров с точки зрения поставки ингредиентов для хлебопечения, кондитерских изделий. Мы стремимся, по крайней мере, поддерживать отношения, оказывать помощь нашим предпринимателям, нашему бизнесу. Мы пока идем таким хорошим темпом. Компания планирует построить 2 дополнительных производственно-складских комплекса. Реализация проекта начнется в следующем году. Благодаря ему руководство предприятия вдвое увеличит количество рабочих мест. На данный момент здесь трудоустроено более 70 человек. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.